Добрый день всем! Мы находимся в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса на ярмарке, посвященной Дню столицы. Я не могу пройти мимо вот около такого изготовления торта Шакотис. Вот эта ложка с дырками, вы знаете, я видела в продаже эти ложки, но я думала, что это типа прикол. Вот если ты на диете, то тебе можно подарить такую ложку. Оказывается, это ложка для изготовления шакотиса. И вот этот киоск, он славится своими старинными рецептами по изготовлению шакотиса. Изготовляются они по старинной технологии. Чтобы снять его вот с такой палки, нужно обрезать вот концы. И вот уже расфасованная продукция. Круто, да?